Новый сезон популярной комедии сериала режиссера Федора Стукова, созданного студией Good Story Media, для трансляции на канале ТНТ. Дата выхода второго сезона сериала «Филфак» назначена. Премьерный показ новых эпизодов на канале ТНТ состоится 20 ноября 2017 года. Несомненно, большой успех сериала «Филфак» напрямую зависит от режиссерской работы настоящего мастера комедийного жанра Федора Стукова. Благодаря его творческой личности вышли в эфир культовые проекты «Физрук» и «80-е». Главные роли в новом ситкоме исполнят Жан Бадмаев, сыгравший в многосерийном детективе «Меч» и комедии «Кухня», Валерий Опенкин, его мы встречали в детективе «Пятницкий», Павел Груненков, исполнивший одну из главных ролей в новинке этого года «Игра реванш», Антонина Чижикова, ее мы знаем по постапокалиптическому сериалу «Выжить после». На данный момент мы ожидаем первый сезон сериала. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.